Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня записал шортс про ловушку в гамбите Кукуева в варианте Бахтиозина. И в одном из вариантов может получиться вот такая позиция. Сразу же два человека написали, что не видят выигрыш вот в этом окончании при ходе белых. Я, честно говоря, удивлен, так как до этого эти два человека легко решали там сложнейшие комбинации, а тут не видят выигрыш в довольно-таки простом техническом окончании. Ну вот, ребята, специально для вас запишу видео, чтобы вы больше, как говорится, не задавали дурацких вопросов. Показываю. Значит, белые ставят дамку. Вот если убрать вот эти шашки, то это будет ничейное окончание, действительно. То есть черным придется для того, чтобы овладеть двойником, перевести шашку d8 на f6. И получится ничейная позиция. Либо позиция цирика, когда шашки вот так стоят. Либо позиция саргина, когда шашки стоят вот так. Она действительно ничейная. Без этих двух шашек. Но с этими двумя шашками, то есть при добавлении вот этой детали, шашки от черных a3 и шашки белых на c1, получается выигранная позиция. Это, по-моему, принцип Александра Ивановича Шошина. Вот данный принцип, ну, простыми словами, он гласит о том, что в ничейных позициях, если добавляется шашка белых и шашка черных, дополнительная деталь, то это, как правило, выигрыш. Вот этот принцип был сформулирован в энциклопедии Эндшпиля Максима Федорова. Кстати, рекомендую всем взять и почитать. Там очень много интересных окончаний разбирается Эндшпиль. Значит, как здесь побеждают черные? Переводим дамку на двойник. Нам надо вытеснить дамку белых с верхнего двойника. В данном случае нижнего, да, по отношению к черным. Белые сопротивляются. Заводим дамку на одно из угловых полей, и белые обязаны встать рядом. Они не дают черным провести шашки в дамке. Тогда играем hg5. Белые не могут сопротивляться. Черные повели шашки в дамке. Поэтому они занимают большую дорогу. Это ничего страшного. Отдаем большую дорогу. Просто проводим одну из шашек в дамке. Белые не могут сопротивляться. Затем переводим шашку d8 на поле b4. И строимся дамками на a7 и c5. То есть видите, сюда играть нельзя. Грозит петля. Срединные поля занимать нельзя, так как грозит так называемый трамплин. То есть отдаем шашку, сюда не побьешь, петля, видите? И черные легко побеждают. Если белые бьют сюда, тогда трамплин. Отдаем шашку и рубим шашку и дамку. Ничего сложного. То есть для профессионалов это легко, любителям это непонятно. Если белые играют дамкой на h8, это сильнейший ход, тогда снова отдаем шашку. И вот здесь надо выиграть темп, чтобы вот в этой позиции был ход белых. Передаем очередь хода белым. Играем на b8. Видите, срединные поля опять нельзя из-за удара трамплин. Поэтому приходится играть белым на поле a1. Единственный ход. То есть они обязаны бегать только по этим двум полям угловым. Затем нам надо вернуться вот на это поле за три хода. Вот мы, видите, передали очередь хода черным, белым. Сейчас белым некуда ходить. Если срединные поля белые занимают, тогда трамплин снова выигрывает. Если же белые играют на поле А1, тогда выигрывает петля. Ну и снова черные празднуют победу. Никакого волшебства, все предельно ясно.